Астана в очередной раз стала центром притяжения мировых и традиционных религий. Под председательством спикера Сената Маулина Шимбаева проходит 22-е заседание секретариата съезда. В этот раз за круглым столом собрались 7 основных конфессий, которые обсуждают пути решения и урегулирования различных конфликтов. Участники отмечают, что сегодня странам как никогда нужен межконфессиональный диалог, а съезд традиционно служит площадкой для его построения. Ни одна религия не учит нас создавать различия между людьми. Мы должны понимать и уважать друг друга. Этот форум один из крупнейших в мире, на котором собираются люди с разных частей света. И представители разных религий собираются вместе. И, конечно, форум — это отличная платформа для работы над тем, чтобы сделать наше общее будущее лучше. В этом году избраны 5 послов доброй воли съезда лидеров мировых и традиционных религий. Одним из них стал знаменитый певец Димаш Кудайберген. Кроме того, завтра впервые пройдет форум молодых религиозных лидеров, цель которого – сплотить представителей разных конфессий и обеспечить преемственность межрелигиозного и межкультурного диалога.